прикончить это чудище. И вновь мы одерживаем победу над легендарным животным Вальгаллы. Это бешеный бык, бешеная корова Альфред, так называемый в этой игре, не знаю. Бой тоже, в принципе, несложный. Он очень неповоротливый. То есть можно встать у него за бок, ну, возле бока, получается, и бить его, поворачиваясь вместе с ним. Только главное дело смотреть, если он наносит красный удар, он начинает крутиться и брыкаться в разные стороны, как будто на родео, короче. Да, и нападают его быканы, короче, братаны, быканы-братаны со всех сторон. То есть тоже надо смотреть за ними, если что. Ну, в принципе, парирование, не знаю, тут надо, не надо. Как-то у меня получилось без этого по-быстрому их завалить. Да, такой мини-босс, он вообще не сложный получился. Если хотите почувствовать себя в роли Тореадора, то милости просим сюда. Он находится на северо-востоке Суссека. По Суссекам, поскрепсти. Короче, вот получается здесь вот точка перемещения. И сразу же на ферму бежите, и она будет здесь в загоне стоять. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, репостите, рекомендуйте. Всем пока-пока и до новых встреч.